этот. Ебать, какая малышка на заставке с попкой. Видели, да? Ну да, получается. Я на английском знаю фразу fuck my ass, nice cock и, блять, touch my tits. Touch my tits. Я больше нихуя не... Что? Идёшь по городу, урок английского языка для всех, для всего чата. Идёшь по городу такой, типа, бля, я надо было записывать, я забыл. Записывай, записывай. Вот смотри, вот Даша, идёшь по городу, да, вот в Америке, и такая, мол, типа такая, hey, bro, fuck my ass, nice cock, touch my tits. И это переводится, перевод. Эй, чувак, привет, меня зовут Даша. Доброе утро, время полдникать. Понимаешь, все, уже как бы, ну, уже полдникать. Как бы... Так, записка. Hey, guys, nice ass and dick. Что вот, вы думаете, что там написано, блядь? Иди нахуй. Блядь, на стриме, говорит, открывай. Sure, yeah. Подсоси мои яйца, блядь. Пошел ты, открывай. Вас не смутил размер бумажки, которую он изначально достал и которую в камеру показал, блядь? Смотрите. Иди нахуй. Ну, типа бумажка, которая в руках, которую он на камеру показал. Хоп, блядь, под столом поменяли, блядь. Открывай. Оп, и другую достали. Нормально. Работаем. Работаем, ребят. Пошел ты нахуй. Нихуя себе дедукция, блядь. Я сбалансировал! Охуенно. Все, нормально. Блин, а что если мы с Макривским, вот я ему как бы, да, вот предложение такое, я приеду в Украину, и неожиданно для Ючки мы ее как выебем, короче, и все. Отсосёшь? Угу. Ой, бля. Блядь. Отсосёшь нахуй. Наш капитан ходил, как обычно, командовал. А так нормально, ничего, лопатой пару раз. Что она делает, нахуй? Ты копаешь вот так вот. Так привычное действие, блядь, алло. Запомни, Айк. Лучше быть последним первым, чем быть первым последним. Ну иди сюда, тварь ебаная! Аааа! Что это такое?! Что ты делал? Ты поставил на тепло, блядь. Не будет там стона. Маргарет, надо мод нажать. Нажал на мод и включил тепло в квартире. Ебучих, бля, ребята, не будет там визгов, басбустедов, не будет, обещаю, блядь. Но вы просто послушайте вот это. А вот это? Охуительно, да, чешо, блядь? Пиздец, я вам говорю, блядь, вставляешь такой. Заебись. Как так? Паша Бумчик, и сегодня мы будем залезать на эту высотку. Смотрите, там высоко, поэтому не смотрите вниз. Мы сейчас будем делать зацеп, все трюки выполнены профессионалами, и оставайтесь лучше дома, и пока в эту эпидемию коронавируса. Смотрите зацеп какой, смотрите какой зацеп, ёбнутый, смотрите. Вау! Ребят! Ебать, какой зацеп лютый, пиздец. Ребят, только будьте аккуратнее, пожалуйста. В первую очередь думайте о своих родителях и близких. Как вас мама будет, блядь, хранить? Где он пальцы проебал? Я не понимаю, где его пальцы, блядь? Три пальца. Куда он их проебал, Жожа? Вообще пиздец, это очень страшно. Вау! Блядь, сорвался, сука, зацеп. Блядь, донаты вырублены. Точно, ёбаный нахуй. Сука. Найс. Скример поставил, блядь. Сука! Блядь, почему он сработал-то? Блядь, почему он сработал, блядь? Ёбаный в рот, нахуй. Кому? Мне? Это тебе. Надеюсь, мне, блядь. Тебе, конечно. Ты иди нахуй. Бля, когда мапки напиваются, это вообще пиздец, я не знаю.
Такой я зайка, уже решил, бля, если мы... Точнее, не если мы, где мы будем гулять с мамки, бля, я ему вообще алкашку не буду давать, потому что это пизда полная, блядь. Начинается такой, блядь, такой пиздец просто. Чел сальтухи крутит, падает, спрыгивает, блядь, что-то тестит там. Он постоянно что-то тестит, ему постоянно интересно, какая на вкус стена, блядь. Я не знаю, блядь, знаете, пробьет ли он головой что-то, блядь, что будет, если упасть с лестницы. Знаете, это чисто такой экспериментатор, блядь, из Discovery, блядь. А что прочнее, моя голова или стена? И просто, знаешь, начинается вот этот тест номер один, блядь, на нахуй. Кто против игрока номер 9? Раз. Спанч! Да вы чё, блядь! Победа мафии. Трэш! Валю хук ми трэш! Все заметили эту хуйню? Что? Что? У меня фон затемнился, блядь, только что сам. Что? Чё, блядь? Чё? Он лампочка перегорела. Ты ебло, блядь, что ли? Что? Валю хук ми трэш! ВК такое. Все заметили эту хуйню? Что? Что? У меня фон затемнился, блядь, только что сам. Что? Чё, блядь? Чё? У тебя лампочка перегорела, походу. Ты ебло, блядь, что ли, нахуй? Введите логин и пароль. Пошли нахуй, я его не помню, твари ебаные. Я просто его... Мой батя, когда включил ноутбук, пытается зайти на какой-то сайт. Пошли нахуй, я его не помню, твари ебаные. Отвечаю, я просто блядь, его не помню, блядь, потому что мне нахуй не нужно помнить всякую хуйню. Это мой папа. Сильный мужчина и сам могу позволить себе такие. Ладно, подарки. Твой стакан, они мои новые джинсы не видели. Джинсы. Ребят, ты чё? Обосралась. Ты со своим стаканом. Обосралась. Ты со своим стаканом. Обосралась, обоссанная. Если вы заебались дрочить и хотите новые ощущения... Дина, run time. Привет, брат, я тут и правда. Спасибо тебе, конечно, большое. Всем, кому прилетела подарочная подписочка. Те, кто увернулись, плюсик в чат, пожалуйста. А кому прилетела подарочная, поблагодарите его. Поговорить. Спасибо тебе большое, Дэн. Спасибо. Спасибо огромное, брат, за 20 реально. Респект за души. И вы не хотите использовать подсолнечное масло, то, пожалуйста, бля, покупайте вот эту залупу. Просто охуеете. Я вам серьезно говорю. Это если вы заебались дрочить, потому что вы дрочите уже лет 7 нахуй каждый день и дрочите хуй знает почему, потому что уже просто не можете не дрочить, то вот, блядь, это освежит ваше ощущение. Смотри, у меня план. Смотришь? Тебя смотрим. Показываю. Вон, видишь, мужик идет. С портфелем? Да, нет, вон, стоит с белой девочкой. А, ну. Подходишь к ней? Девочке? Да. Давай. Ран. Не, ну там, блядь, чел отбитый пиздец. Он это подходит гуляли. К девушке, у которого есть парень, там блядь. Да он не боится, ну это... Блядь, руками мясо поели. Пока лечится. Ну, пока Лена... Пока Катя. Не. Подожди, я не отбитый, я просто с города грешный. Он... Все в порядке. Он, короче, час гулял сейчас. И так никого и не запекал. Ты быстро бегаешь? От кого? Вот мы на городе Крестность каждый день трахаем дело при получении. Блядь, помогите. Помогите нахуй от него избавиться. Ладно, скажи, когда вот уже прям... Да не, все, я сам. Все, давай. Давай. На самом деле, я смотрел этот стрим, очень навязчивый и кринжовый чувак. Типа, знаешь, человек из разряда, который... подходит и не хочет от тебя отъебываться. Ну, ты что ж ты... таких встречал? Ты же не можешь сказать им так. Не, если максимально заебывает уже, я скажу, что, ну, типа, чел, камон,
Ну, тебе ты никому совесть? Так не говорил, Марк, когда тебя кто-то заебывал. Я тебе говорю, если прям максимально заебет меня бит, я скажу. Наконец-то, блядь. Мне холодно, честно. Подожди, стой. А я тебя знаю. Да? Да, я так что стрим наведен, хотя бы случайно попался. Да? Да. А почему ты снимаешь пол? Не знаю. А, можешь поснимать меня, мир вокруг. У тебя стабилизатор, ты можешь круто снимать. Да? Трактор, например, смотри, вот есть трактор. Да. Я отлично на его фоне смотрюсь. Да? Ну ты такой скромный. Не знаю. Я Алина зовут. Да? Да, тебя. Очень приятно. Меня внимание. Да? 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 Почему он так стесняется, блядь? Да? Ему девчонка сама подошла, он уходит от нее и стесняется. Не, можно было бы прикольно пообщаться, он почему-то камеру отворачивает. Ну, типа, ну да, навязчиво, но все равно. Бля, такой секунд, Ванек, я ебал. Не, понятно, что да, но... все навязчивые. Ну, понимаете, каждый хочет там как-то пообщаться, хоть как-то поучаствовать, она же с этого ничего особо не получит, ну, типа, так отворачиваться, ну... такой человек. Мне больше нравится, ты больше моя. Понятно, что кринж, Это нормальный Кент. Не, он... У тебя такая классная пятка. Не, он нормальный. Вы ебались до него вдвоем. Вы созданы для друг друга. Вы знаете, ну... Когда вот... Знаешь, вот как вот... Ну, фетиш такой был. Ну, там, между пальчиками. Ну, все, не-не-не. Вон, Кент нормальный. А много скидывает на вообще день? А? Нет, да вон нормальный Кент. Все, ладно. Не, я не знаком, не серьезно. А, она с тем поцелом вместе, я поняла. Просто. Просто, у меня мотивации нету. Подожди, ты ее мне создаешь? Мне не нужна эта липучка. Посъебом нахуй. Твича не забанили. Я всегда хотел обсудить с чатом, блять, порнуху. Ну это же вообще пиздец, нахуй. Я смотрел порнуху у Luxury Girls, короче, где типа... Luxury Girls? Подошел к матери, а к маме, и к маме не приехал этот, блять, массажер, массажист, блять. Он ей начал делать массаж, сука, 2 секунды прошло, он уже руку в пизду засунул и ебёт её. Она такая: «Ой, стой! Ой, стой, ты чего?» Типичный, мне кажется, сюжет. Просто нахуй сраку подняла и так и лежит, ебать. «Стой, ты чего, сын, блядь?» Пиздец, нахуй, пиздец, блядь. Так оно и бывает. Я, блядь, скажу так, нахуй. Если б не вот, вот эти пару девчонок, да, которые Luxury Girl, там, Соло Золо, короче, там... Вообще нормальной бы русской порнухи вообще не было, блядь. Это пиздец. Но иногда хочется, блядь, ну с разговорами, блядь. Ну чтоб посидели там, блядь. Просто плюс чат, кто не скипает до момента ебли, а смотрит их диалоги, короче, интро. У меня такое... Причем там такие тупые диалоги. У меня иногда такое бывает. Ну, раньше я сейчас не смотрю, не знаю почему, не смотрю порно. Не пиздец, ты пропизделась. Не, ну реально, если бы я смотрела, я бы сказала, мне вообще пофиг. Ну, типа, знаете, мне это такое бывало, просто так, вот так садишься, и такой, типа, и просто кринжуешь с этого. Ну, бывает такое. Ты ищешь, блядь, нихуя, блядь. Вот пишешь русская порнуха, и ты такую хуйню находишь. Да, да, история. Разрепные хаты какие-то, блядь. Какие-то девчонки, как будто, блядь, я не знаю. Тупые у них. Ладно, не буду их никак называть, короче, блядь. Какие-то такие кенты какие-то, блядь, хуй пойми, мутные, блядь. Снято все вот так вот, блядь, на телефон какой-то iPhone 5. Такая залупа, это пиздец, нахуй. Мы с тобой, брат. Лучшие друзья, и вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блядь. Нет, и девчонка звонит это... и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее. Самые страшные скримеры в мире. Блять! Я сейчас вам расскажу. На самом деле он очень хитрый человек. Он сидел, гладил кота, попку моего кота. Я сидела рядом просто в этот момент. Так получилось то, что мы сидели друг друга рядом. И тут
И тут Жожа гладит не попку моего кота, а начинает гладить мою попку. Это произошло все случайно. Пожалуйста, котик, котик. Прошу заметить, котик не поел. Молчи, тише, говорю. Котик Татьяны, поэтому он по определению, когда лег между нами, он выбрал сторону для Тяни и близко очень прижался к ее попе. И когда я гладил его с другой стороны, понятно, типа, блядь, тыльной стороной, типа, блядь, руки, так остался до попы Татьяны, блядь. Цели докоснуться до попы не было, но желание было, блядь. Так, рюкзачок управил. Вот, поэтому с тех пор они как-то неожиданно начали приходить в таком количестве. Странно, странно, я же ведь не смешной, как Вова говорит. Чё вы тут вообще забыли, ребята? Вам нравятся не смешные стримеры? Поэтому, поэтому-то вы и Вову смотрите. Ой! Ой, блядь! У него такая ручка, она, мне кажется, тоньше, чем моя даже. Да, ты заметил? Не у него моя, такие да, маленькие тебя ручки, у него просто ручки меньше, чем мои. Ёбаный в рот, нахуй, чтоб я так жил. Блять. Так а в чем мем, я не понял. Давайте еще раз посмотрим. Сука. Я не понимаю прикола, блять, или что? Так а в чем прикол-то? Ладно, дебильное какое-то видео. Что у нас завтра? Вторник у нас завтра, правильный ответ. Нихуя я. Гений. Правильный ответ. Сам придумал вопрос и сам ответ. Ладно, давай на чистоту. Ты мне не нравишься, чувачок. Не нравится ему. Был бы у тебя открыт рот, я бы тебя в него выебал. Так, если говорить честно. Блин, посмотрите, как крипово выглядит. Так, неважно. Такой вот, просто вот так вот выходит из комнаты. Слушайте, вот так вот, короче, грустно выходит из комнаты. Такой, я вот здесь сижу. Он выходит такой грустный, стоит и вот так вот просто ложится. Лежит, короче, просто умирает, грустит. Такой, я подхожу к нему. Я говорю, что случилось? Он говорит... Так хочется новую клавиатуру. И знаете, просто начинает ныть. Я говорю, тебе подарить клавиатуру? Не знаю, так хочется новую клавиатуру. Я просто подношу градусник, причем, ну, чтобы вы понимали, с ртутью. Просто в школу вообще не хочу. Просто подношу. Смотрю что-то чуть-чуть. Я думаю, блядь, я быстро живу так сам. Думаю, что-то оно медленно. Градусник ртутной зажигалкой, чтобы температуру поднять себе. Там, блядь, пиздец. Просто. То есть взрывается мне на кровать, вся кровать в ртуте. Я помню, я один раз разбила градусник случайно. Мне мама вообще. А что такое ртуть и чем она вообще? Ртуть, она очень опасна. Она начинает испарение, у нее испарение ядовитые выделяться сразу, как она разбивается. У меня мама просто... Я говорю, маме разбила градусник, она меня просто вывела из комнаты. Надо, короче, там проветривать, вызывать, типа, службу, либо сразу пылесосить, все вымывать. А откуда ртуть берется? Я, мне кажется, я пил ртуть, блядь. Да, пить ртуть. Пойду, блядь. Пойду на кладбище. Да, она такими шариками, она такими мелкими-мелкими шариками, она вот так вот разбивается, и они вот просто разлетаются вот такими, знаешь, как маленькими гранулами. Бля, ртуть же, она безопасна в таком количестве. А это кто управляет его камерой? Оператор. У него, он оператора нанял? Да. Ебать. Нихуя там зуми, блядь. Slide more for door, that's a threat. Timmy T with the